Беспокойные выходные выдались в Чувашии. В республике произошло 6 ДТП. К сожалению, не обошлось и без жертв. Воскресным утром в Маргаушском районе около деревни Ивановка столкнулись два автомобиля. На трассе М7 влюбленная пара попала в смертельное ДТП. Столкнулись «Шевроле Авео» и грузовая машина «Скания». По предварительной версии, легковушка под управлением девушки выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В отделе ГИБДД по Маргаушскому району сообщили, что, вероятнее всего, водитель просто уснула за рулем. Виновница аварии, 20-летняя девушка, получила различные травмы и была госпитализирована в Чебоксарскую больницу скорой помощи. А ее пассажир, 23-летний молодой человек, от полученных травм скончался. На месте. По словам очевидцев, в машине находился видеорегистратор, но запись пока не обнародована. В службу спасения обратились очевидцы дорожно-транспортного происшествия. Через 14 минут на место вызова прибыл дежурный караул местной пожарной части. Пожарные при помощи гидравлического аварийного спасательного инструмента разрезали двери и извлекли погибшего. Хотелось бы, конечно, обратиться к жителям республики, строго соблюдать правила дорожного движения. Ну и, конечно же, ко всем очевидцам, все, кто видит чужую беду, не проезжать мимо, а сразу же звонить по мобильному номеру 112.